16-го международного фестиваля «Цветущая Чехия». И позвольте еще раз поприветствовать на сцене членов уважаемых жюри. Председатель жюри, народная артистка Мирослава Бешикова. Хореографии, председатель жюри вокально-музыкального жюри, это народный артист республики Коми Дамир Басыров. Хореограф, танцор и постановщик, и преподаватель в том числе, это Шимони Кубань. Пожалуйста, поприветствуйте. И за Плзенский край хореограф, а также известный танцор и постановщик, педагог детской студии «Сторм» пан Петр Чейка. Вокально-музыкальные члены жюри довольно международные в этот раз. Итак, преподавателем международной консерватории Праги, музыкант, певец и композитор из Бразилии, живущий в Чехии, это Сантьяго Феррера. А также преподаватель и певица, и известный Ада Ревевал в Чехии, и тоже держит ценный скакан року Славика, Беатрица Тодорова, пожалуйста. Ну что ж, а теперь позвольте поприветствовать на сцене самых главных, которые стоят за творчеством всех участников, найдолежитейших, которые стоят за иконы тех наиталентованнейших детей, берете, дорогие учителя и преподаватели, педагоги, всех коллектив, пожалуйста, на сцену. А также вместе с солистами, пожалуйста, приводите солистов, которые у нас в зале находятся, ребятки, чтобы мы могли продолжить награждение. Пороту попросим крошку до этого. А у тебя на полукру. Так, супер. Tady tady vidíte vedoucí souboru, učitelé, kantory, kteří se zaslouží obrovský dík za to, že děti nejsou doma, že nekoukají jenom do mobilu a do tabletu, ale že se hýbou a že dělají tím pádem také něco pro své zdraví. Tak jim ještě jednou pojďme zatleskat. Děkujeme. Já ještě jednou krásně poprosím všechny solisty zúčastněné i taneční, i vokální, i hudební soutěže a také duety, přijďte sem na podium a nečekáme zdlouhavě, protože budeme to dělat ceny právě vám. Tak účastníky, solisty, duety, tancory i vokalisty, pořádajte, projděte na scénu, aby my mohli už vás začít vyžadit. No, my začneme předáváním cen a vyhlašováním tedy výsledků. To vyhlašování výsledků bude plně v režii Anastázie, asi to bude teď korigovat. Je toho více, jo? Omlouvám se. Snažím se pokonat. V nominaci instrumentální hudba jazzový kvarteto, dechové nástroje, čtvrtá skupina se uděluje cena laureátu prvního stupně saxofonové kvarteta Vivo pod vedením Jana Slavika, základní umělecká škola Zlín. Gratulujeme!